к соседу приехали на базу. Вот решил небольшой обзорчик Киргизстана. Чё, вязалка что-то. А, муфту предохранительную, причем классная. Старый еще образца. Натяжник тоже такой интересный. Я с ним не работал, не знаю, так что просто покажу и все. Вот он что еще приделал. Обдув, говорит, работает идеально. Да, тут, конечно, электричество наворочено. Клювики у него вот эти вот выработались. Их надо поменять. Но это я ему закажу. Закажу. А, и у него здесь вот еще маленько неправильно. Перевернуть надо. Это же стоит для хобота. Ага. Вон он у него. Маленечко. Так. Чё, кому будет интересно, я у него спрошу. Ката одного нету. Ну это, ну он крутил, кстати, что-то делал. Система. Вязалку немецкую поставить. И будет, мне кажется, нормально.